стояночка, к которой мы пришли. Где же мы и будем ночевать? Сейчас мы, наверное, пообедаем. Ну, надеюсь. Оставим здесь рюкзаки и пойдем в еще одну пещеру. А вот бытовочка. Собираемся постепенно там. Я не знаю, где эти люди добыли сухие дрова в этих влажных джунглях, но они что-то знают. Ну и вот по вот этой вот тропе, или по вот этой тропе, будут идти сухие люди. Да, красота, конечно.